Большинство жителей микрорайона «Новая Трехгорка» – молодые семьи с детьми. Возведение нового детского сада здесь – долгожданное событие. Этой весной подрядчик приступил к строительным работам. Выполнили планировку территории и устройство котлована. Были у нас трудности с котлованом, потому что котлован был полностью в воде. Воду пришлось откачивать, сваи старые пришлось демонтировать, те, которые оставили при строительстве школы. Сейчас продолжается подготовка площадки для строительных работ. После приступят к фундаменту и возведению стен. Будем производить монолитные работы, поднимать уже полностью каркас. И планируем в этом году закрыть контур уже полностью. Это будет трехэтажное здание площадью около 5500 квадратных метров. Детский сад будет рассчитан на 400 малышей. На прилегающей территории расположатся спортивные и игровые площадки. Завершение работ и ввод в эксплуатацию запланировано в следующем году. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».